вот здесь опять задают вопрос, как создать ячейку. Ячейка очень просто. Вот вы берете свою команду своего знакомого, друга, он еще кого-то, и вы так собираете 5 человек. 5 человек – это ваша ячейка. То есть вы считаете, его создали. Затем у каждого должен быть Telegram. Вы выходите в центр, на штаб, говорите, ячейка мы называем, например, вот кто там пишет, Орда, Алтын-Орда, неважно, Буркут, как угодно. Мы называемся так-то. Мы вас в каталог свой забиваем. Мы лично вас не знаем. Мы знаем только ники, мы знаем город. Мы начинаем Алмату, например, отдельно программу забивать. Астана отдельно. Мы ячейки так разбиваем и знаем, что в таком-то городе у нас есть ячейка из 5 человек, называется Буркут, например. Вот такая ячейка. Мы начинаем с каждым членом ячейки взаимодействовать, давать задания. Эта ячейка проводит тренировки, клеит листовки, вешает баннер, в социальных сетях работает, еще какие-то действия. Несколько акций провели, мы знаем, эта ячейка боеспособная. Вы сами друг друга можете проверить и знать, кто на что способен. Вот ваша ячейка уже есть. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шалкет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.